Привет всем! Сегодня такой неждан. Сегодня было обновление, вся фигня. Сегодня дали два сундука Immortal. Огорчу тех, кто очень большие левела специально донили, чтобы получить больше этих сундуков. То есть максимум, сколько надо было бы сундуков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, 9 сундуков, эти рандомно падают, то есть надо было, ну, максимум 10 сундуков надо было, то есть кто донил там дофига, чтобы получить какие-нибудь вещи, они просто, получается, полетели в полную жопу. Ну что, давайте откроем эти два сундука, которые я неожиданно получил, и посмотрим, что там. Давайте. Поехали. Ой, не повезет мне. Хотя две Immortal шмотки это будет приличный. Ну давайте, что мне выпало. Вот. На шторма, хотя я на нем не играю. Чувствую. Многие. А, шапка! Так, не, прикольно смотрится. Многие обычно сейчас будут писать, обменяй мне это. Обменяй мне это. Так, ну что, я хочу, знаете, на самом деле, что бы я хотел бы? Я бы хотел бы либо на Акса шапку, либо пуху на это. А лучше на Драгона. Ну давайте посмотрим. Это очень быстрое открывание сундуков получается. Ну, пушка на снайпера, которую я не хотел. Бита. Придется играть на снайпере. Так, надеть. Вы издеваетесь? Эта пушка больше его. Как он ее носить-то будет? Она его перевешивает. Блин, жалко, она не горит никак. Ну, такие вот сундуки, на самом деле, мне нравятся. Ну, шапка мне понравилась, а вот это как-то не очень. Так что у кого есть сундуки, тем повезло, наверное. Там по фигне только всего-то надо было апнуть. Всего-то ничего. На 15 левеле дали два сундука. Уже и 15 тысяч. Ой, на 15 уровень осилили. О, я был немного прав, кстати. На 20 очков. Значит, где-то я был прав. Ну все, на этом, наверное, все. Больше пока ничего такого не будет. Пока ждем новых видео. До новых встреч. Всем пока.